Депутаты рассмотрели проект областного бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов во втором чтении. К этому этапу документ сильных изменений не претерпел. Уточнены некоторые цифры, связанные с исполнением расходных обязательств. Напомним, за последние 9 лет казна впервые спланирована с профицитом. Это позволит сократить госдолг и расходы на его обслуживание. Правда, до сих пор не озвучено финансовое поступление из федеральной казны. Заседание трехсторонней комиссии, которого так долго ждали, все-таки состоялось, и цифры тоже названы. Как только закон о федеральном бюджете будет подписан президентом и вступит в силу, станут ясны и возможности Ивановской области. На сегодняшний день цифры департамент финансов пока не доводит, поскольку согласительные процедуры в федеральном собрании еще продолжаются. Но я с удовлетворением отмечаю, что те проектировки, которые поступают на согласование к нам, они позволяют надеяться, что мы 2017 год закрываем без труда, все наши основные расходы закрываем.